Привет. Вот очередная посылка у меня пришла сегодня, тяжелая, 1,5 килограмма. Вероятнее всего, это дрель. Заказывал себе дрель. Давайте посмотрим, что можно заказать, какая. Пришла на удивление быстро, там 4 дня или 5, что-то такое. Ну, скорее всего, с России шло. Давайте глянем. Какие дрели можно заказывать на китайских сайтах? Так. Сейчас. Закрыто. Закрыто, запечатано, не вскрывалось. Пакет в коробочке с пакете. Так. Сколько ж. Сколько ж можно закрывать? Переживают они за упаковку, явно видно. Хорошо упаковывают. Да, вот дрель с зарядкой есть. Также что это у нас? Паспорт. Ну, с иероглифами, кому интересно, почитает. Если закажет. Не интересно, не закажет, не почитает. Так, это у нас зарядочка. Аккумулятор на 25 вольт. Слушайте, ну, вес, конечно, приличный. Так, вот посмотрим сейчас. Снимем предохранительную пленочку. Оп. Ну, что сказать. Как бы крутит. Крутит. Есть ограничители. Остановить невозможно. 25 вольт. То есть момент очень хороший.